80 лет – серьезная дата. За этот период изменились времена, государственные границы. Технический прогресс шагнул далеко вперед. Но одно остается неизменным. Ульяновск продолжает быть родиной талантов. За наивысшие результаты в различных отраслях и сферах деятельности высокие государственные и областные награды получили самые достойные. Это один из важнейших региональных праздников. И я очень рад видеть сегодня перед собой лучших представителей нашего региона труженика. Современная Ульяновская область – это крупный экономический, общественно-политический и культурно-образовательный центр России. Это авиационная столица нашего государства. Одно из красивейших мест не только нашей страны, но и во всем мире. Среди награждаемых – врачи и доярки, учителя и деятели наук, ветераны боевых действий и перспективная молодежь, герои области и страны. Почти все из них отдали своему делу всю жизнь. Многие годы эти достойные люди славят родной край. Николай Шапурин за штурвалом комбайна с подросткового возраста. Сегодня он уже не представляет свою жизнь без сельскохозяйственного транспорта. Получать награду в этот праздничный день, признается Николай, особенно приятно. Чувствуется, что его труд ценен. У каждого своя профессия, у каждого свой труд вкладывает какой-то этот, для чего тогда жить. Каждый выбирает свою профессию и вкладывает в это непосредственно в это. Михаил Кондратьев 40 лет лечит животных. Профессия ветеринара выбрана по зову сердца. Сам Михаил рассказывает, что спасает не только зверей, но и их хозяевах от потерь своих любимцев. Каждый день ветеринар спасает жизни животных. Тяжелых случаев в практике Михаила не перечесть. Ну, наша профессия, я думаю, самая гуманная профессия. Мы лечим не только животных. Мы, прежде всего, стоим как говорится, защищаем животных и людей от остроинфекционных заболеваний, одинаковых для человека и животных. Плюс это работа с людьми, это доброта, взаимопонимание, любовь к животным. Тут очень много надо иметь, как говорится, качеств, чтобы работать в нашей профессии. Случайно люди у нас не задерживаются. Получением поощрений праздник не закончился. Все награждаемые продолжили день на концерте в честь 80-летия области в ДК губернаторском. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.